Люблю снимать вот такие объемные картинки. Так, а там что это за темное пятно такое? Ну-ка присмотримся, что это такое. О, да там турник и спортивная площадка. Ну что ж, дело весьма полезно. И может быть даже хорошо, что она не слишком цивилизованная, а просто именно для тех, кто хочет позаниматься спортом. Вот, например, как те двое. Видите, как здорово они идут.